8 творческих коллективов из Российской Федерации примут участие в первом международном театральном фестивале малых форм «Мизансцена», который будет проходить с 18 по 24 сентября на сцене Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра. Приятно, что большое количество театральных коллективов откликнулось для участия в нашем фестивале «Мизансцена», куда я вас всех и приглашаю на открытие и посмотреть спектакли. Поверьте, там будет действительно очень интересно. Там есть и медийные лица, и есть просто очень интересные и актерские, и режиссерские работы. Это того стоит. Вот в Донецке такой подборки спектаклей, такого уровня, такого качества, ну я даже не могу сказать, что не было давно. Ну, вряд ли когда-либо было. В Донецк приедут актеры из Москвы, Брянска, Вологды. Кроме того, планируется визит специального гостя из Ханты-Мансийска. В рамках фестиваля зрители увидят спектакли по произведениям Максима Горького, Владимира Маяковского, Антона Чехова, Венедикта Ерофеева, Макса Фриша и других. Кроме выступлений российских актеров, также запланированы спектакли донецких коллективов. Марина Еремченко, Илья Летодиани. Специально для Новороссия ТВ.